По данным синоптиков, в ближайшие дни в Челябинске ожидается потепление. Прямо сейчас расскажу подробнее. На Южном Урале облачно, местами осадки, о температуре в городах. В Сатке, Златоусте и Верхнем Уфалее плюс 10, в Магнитогорске плюс 15, в Троицке, Южноуральске и Карталах плюс 16. Температура воздуха в Челябинске в ночные часы. В четверг и пятницу плюс 10, в субботу плюс 12, а в дневные часы в четверг плюс 15, в пятницу и субботу плюс 19. На этом все. Берегите себя и своих близких. До встречи на 31-м.